Ну что, такой у нас образ. Одежда моя, костюмы не палю, врываюсь в 4-й съемочный день. Сегодня пятница, всем прекрасной пятницы, прекрасного настроения, а нам прекрасного съемочного дня. Сегодня я очень красива, мне очень нравится такой стиль. И снимали мы сегодня просто в фантастической локации. Вы слышите, как течет речка Лимпопо с собственной персоной. Очень интересная съемка, сложная, эмоциональная и безумно, ну, вот, прям прошибает. Мы снимаем самое крутое реалити-шоу для канала ТНТ. Скоро. А вот так выглядят африканские пробки из наших машин. Они стоят прямо как раз там, где мы снимаем. Понимаете? У нас работает огромное количество. Команда просто лучшая. Это лучший продакшн ever. А столько разных цехов. Декораторы, операторы, звуковики, режиссеры, постановщики и так далее. Продюсер, безусловно, команда бьюти, администрация, вообще все на высшем. Несколько вроде, да? Ну, непонятно, может, у нас есть, где он плескается. Это в бегемотик, он плескается. Мы с Валерией Игоревной пришли на закат. Здесь, конечно, он не супер фантастически, потому что видно все фазы, но хотя бы чуть-чуть. Ну вот мы сможем застать только вот такую фазу начальную из-за деревьев. Вся красота, она вчера я вам показывала, когда мы выезжаем из Капамы, видим эту саванну. Но сейчас тоже красиво, да? Чтобы вы понимали, как я хожу на ужин. Кроссовки, пуховик, кофта. И то в отеле достаточно тепло. Ну как тепло? Мы ужинаем же не на улице. Чтобы дойти. Но мне нравится. Днем тепло. Даже мажусь кремом защиты. Вечером холодно. Кайф. Я всегда, кстати, смываю о том, даже когда съемки 2 раза в день, чтобы все отдыхало. Я не знаю, чему вы радуетесь в пятницу, но я приехала к девчулечкам на борщ. Боже, Ленкин борщ, вот уже тут легенды ходят про него. Ни разу не ела ее стряпню, хотя она меня всегда приглашала. Вот у нас наконец-то. У нас тут шашлычочек из огурчиков, из кабачков. Мини-кабачки. И вот, как бы, коротко. Там гора и лес. Лакшери просто вообще. Лакшери-пати. Ну ты нормальная. Я, значит, на диете. Массажи, спорт каждый день. А она в Африке сделала каким-то образом хачапури. Внимание, Карл. Значит, сколько ты занимаешься спортом, тебе можно это все самой съесть. Ага, нет, это потому что каждый день. Девочки, угощайтесь! Нет, нет, нет! У меня вот гуакамоле, и вот борщик меня ждет. Борщик, это тебе все равно. Ты мне все равно, я поняла. Ну вот с тебя антилитный массаж тогда. Ты официально получаешь новый статус в этом сезоне. Дровосек года. Да, это я. Обращайтесь. Ну, потому что без хвороста, без огня реально холодно. Мало. Половин. Открываю мир других мужчин. Да. Вот так вот обязанности дровосека плавно перешли к Михаилу. Первый дровосек сгорел. Ну, потому что там сейчас свет выключили, страшно идти за дровами. Ну, пальчик нужно беречь. Опа. Мне нравится, вот меньше слов, больше дел, да, Миша? Миша, тебе топор не нужен. У тебя, знаешь, новая кликуха. Миша топор. А что такое неразговорчивый? Обычно комментарий, подписывайтесь вот здесь. О, он решил показать, что он сам.